Нижнекамский скальный массив в 6 километрах от Железногорска – территория особая. Здесь на глубине примерно 500 метров планируют построить уникальную подземную лабораторию по изучению возможностей финальной изоляции радиоактивных отходов. По проекту она будет состоять из вертикальных стволов, горизонтальных горно-капитальных выработок и объектов наземной инфраструктуры. Такие объекты невозможно строить без содружества с учеными. У нас запланировано вместе с ИБРАЭ многолетние работы по сопровождению этого проекта. Это научно-изыскательские работы, это научная поддержка непосредственно строительства. И благодаря руководству института решили создать филиал на месте. Мы уверены в том, что данное сотрудничество не просто будет полезно, оно обеспечит развитие и безопасное строительство этого объекта. Ученые здесь работают уже не первый год. Перед ними стоит непростая задача – доказать, что выбранное место пригодно для размещения пункта глубинной изоляции радиоактивных отходов. Первые исследования показали, что этот скальный массив достаточно надежен и практически водонепроницаем. Это такой объем материалов, который уже очень велик, поскольку изыскания велись на протяжении нескольких десятилетий. И будет мощно нарастать, когда начнутся горнопроходческие работы, непосредственно вот стволы будут делать горняки. Приступить к горнопроходческим работам национальный оператор планирует в следующем году. Работа ученых Института проблем безопасного развития атомной энергии продолжится здесь как минимум до 2023-го. Екатерина Любим, Денис Тимошенко, Енисей. Новости.